«Амрита» – ансамбль восточного танца, образован в 2004 году бывшей участницей коллектива «Сапна» Светланой Тимофеевой. Идеей названия ансамбля послужило звучное имя индийской актрисы Амрита, что в переводе означает «нектар» или «божественный напиток». В том же году коллектив впервые был представлен на празднике, посвященном 75-летию города Магнитогорска и Дню Металлурга. Он сразу очаровал публику. Первоначально в коллективе было всего 15 человек, но со временем он разрастается. На смену повзрослевшим участникам приходит юное поколение. На данный момент в коллективе 5 возрастных групп, в которых занимается около 70 человек. За высокий художественный уровень ансамблю восточного танца «Амрита» присвоено звание «Народный».